Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот книжку «Развиваем мышление малыша». Она, к сожалению, запакована, и мы не знаем, что там внутри. Именно поэтому сделан этот обзор. Покупала я ее, вернее, книжку в Альберсе. И давайте посмотрим. Так, что у нас с этой стороны? Здесь логику есть, фантазию и моторику. Вот, и на одну из этих книжечек у нас уже есть обзор. У нас есть вот на вот эту вот. Она тоже где-то там будет рядышком. Вот. И давайте ее будем открывать, смотреть. Кстати, изготовитель Украина, удивительно. Такая она вот глянцевая, 32 крупные наклейки. Пахнет классно. Очень, кстати, она красочная, такая красивая. И давайте смотреть. Так, кому принадлежит книга? Можно, допустим, в садик, может быть, ее носить. Или покупают, может, в садик. О, классно, как вы смотрите. Воздушный шар красивый, его можно раскрасить. Наверное, тут какие-то цвета вот есть. Ребенку, я думаю, будет интересно. И, кстати, можно даже перевести этот воздушный шар, если вы не сможете его перерисовать. Найди дом волшебника. А, ну вот тут нарисован рисуночек. И здесь вот что-то подобное ищешь, наверное, что ли, или нет. Не знаю. Не знаю, короче. Надо думать, это надо искать, время надо. У нас с вами его нету. Так, здесь вот это машинки. Здесь вот место для наклеек есть. Ну, здесь вот сразу вот, видимо, задание. Какая-то разминочка. Ой, тут какие гусеницы. Так, и сами наклейки. Жучки, ракет. А, грибочек какой классный. Вот так вот видно. Зонтик. Здесь пчелки, пчелки, пчелки. Животные. Тут классное. Солнышко классненькое. А, и зайка классная. Так, здесь вот уже помаленьким. Тут что-то половину, кстати, не видно. Не знаю, почему она у них не поместилась. Странно. Здесь рисунок по точечкам, наверное. Кстати, классно. А, пчелки. А, ну вот здесь доклеиваешь пчелок. Интересно. Карусилька. Здесь вот тоже. Вот тут прям классно, смотрите, много так. И можно тут, мне кажется, нарисовать, наверное, еще где-то вот две такие же уточки, рыбки. Класс. И место для записей. Вот. Мне кажется, кстати, фантазия, вот книжка, мне кажется, будет интересно развивать фантазию. Мне кажется, нужно обязательно ребенку. Это может пригодиться в будущем, в жизни. Ну вот, мы с вами посмотрели книжку. А на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы будем с сыночком заниматься по этим книжкам. А как он будет восторгаться всему этому. Он очень любит заниматься, и прям с самого утра мне заниматься, 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 только и твердит об этом. Вот, моему сыну 2,8, поэтому смотрите наши влоги, смотрите наши путешествия, как он развивается, а также смотрите наши обзоры на продукты,
разные, с Победы, с Фикс-прайса, из Светофора, из обычных магазинов, также обзоры на технику, кулинария, живопись, путешествия. Там, короче, много-много всего, и еще очень-очень много всего будет на моем канале. Также пишите в комментариях, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю это и создам, запишу. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Я ценю каждого подписчика. Вот. Пишите комментарии, отзыв свой об этой книжечке. Понравилось вам или нет, вашему ребенку. И всем пока-пока.